Всем привет! Приготовил для вас топ классных товаров из Китая. Практически на все товары в описании лежат купоны с офигенной скидкой. Поехали! Хотите сэкономить до 90% на покупках в интернет-магазинах? С помощью кэшбэк-сервиса EPN можно сэкономить приличную сумму денег. Ссылка на сервис EPN, а также на видео с инструкцией в описании под видео. Крюк Xiaomi Happy Life. Универсальные крючки, которые клеятся на любую гладкую поверхность с помощью 3М скотча. Изделие выдерживает вес до 3 кг, выдерживает температуру до 149 градусов. Для размещения на стене нужно только отклеить защитную пленку и закрепить на ровной поверхности. Вес изделий составляет 60 грамм. С купоном, который лежит в описании, вы получите скидку в $7. Складной карманный мини-вентилятор с простым внешним видом и фирменной структурой. Имеет три режима скорости: слабый, умеренный, сильный. Имеет аккумулятор 18650 на 1200 мАч, чего хватает от 3 часов работы на максимальной скорости и до 11 часов на малых оборотах после полной зарядки. Выполнен из качественного ABS пластика. Купон также лежит в описании. Перезаправляемые фильтры для кофе, совместимые с большинством кофемашин, удобны тем, что помогают экономить, так как одноразовые фильтры постоянно нужно докупать, следить, чтобы они не кончились, а многоразовыми можно пользоваться в течение долгого времени. С купоном, который лежит в описании, вы сэкономите почти $1,5. Лампа от комаров. Комары всегда раздражали нас летом. Такая электрическая лампа прекрасно умеет убивать комаров и других летающих насекомых. Чтобы быстро избавиться от комаров, без липких грязных ядов или спреев. Плюсы такого прибора — это отсутствие радиации, нетоксичность, безопасность для человека и домашних животных, низкое энергопотребление и простота очистки. С купоном, который лежит в описании, вы также сможете немного сэкономить. Фильтр для холодильника Xiaomi. Компактный поглотитель запаха для холодильника. Обеспечивает борьбу с бактериями, которые, несмотря на холод, развиваются в холодильнике, а также поглощает неприятные запахи из вашего холодильника. Фильтр занимает совсем небольшое пространство, а его активного действия хватает на целый год. С купоном, который лежит в описании, вы сэкономите почти $4. Портативный складной нож с фиксатором, Ganza F7551. Это надежный оригинальный туристический нож со складной конструкцией. Он имеет гладко заточенный клинок длиной 85 мм. И удобную рукоятку из стеклопластика. Этот нож станет отличной покупкой для собственного использования, или же в качестве подарка для друга. Водяной пистолет. Каждый родитель знает, что, отправляясь к речке, озеру или морю, лучшая игрушка, которую можно с собой взять для ребенка, это пистолет, стреляющий водой. Водяной пистолет — это забава и для детей, и для взрослых. Безусловным преимуществом такой игрушки является то, что перезарядка всегда будет совершенно бесплатная. Достаточно набрать воды, и вы снова можете стрелять. В наборе идет два пистолета. С купоном, который лежит в описании, вы сэкономите $2. Лампочка с инфракрасным датчиком движения. Автоматически включается при обнаружении любого присутствия или движения, и отключается через 60 секунд бездействия. Высокочувствительный датчик может обнаруживать движение в пределах от 4 до 10 метров. Поэтому, когда вы приближаетесь ночью, она будет ощущать ваше присутствие и освещать ваш путь. Отлично подойдет для крыльца на даче, кладовке и там, где не нужен постоянный источник света. С купоном, который лежит в описании, вы сэкономите почти $2,5. Индукционный инфракрасный датчик движения с цоколем E27. Прост в установке, может автоматически определять день и ночь.
использует инфракрасную энергию от человека в качестве источника сигнала управления. Угол обзора 360 градусов. Дистанция обнаружения 6 метров. Время отключения настраивается от 10 секунд до 5 минут. Высота монтажа от 2 до 3,5 метров. С купоном, который лежит в описании, вы сэкономите почти $3. Складной нож Бродье 1601. Нож производит впечатление крепкого коренастого здоровяка. Длина клинка 96 мм. Длина заточенной части 84 мм. Ширина 37,8 мм. Шпенька нет. Есть фирменная дырка спайдерки, за которую и открывается нож. Покрыт сатином и не сильно блестит. Спуски от обуха. Заводская заточка острая. Качество изготовления на высоком уровне. Приличная сталь и брутальная харизма. В общем, нормальный нож из 440-й стали. Интерактивная игрушка Лила в форме кролика. По своей сути, это игрушка-медиаплеер. Со встроенной microSD-картой с сообщением через USB-кабель. Огромное преимущество продукта компании Alila в том, что после простых манипуляций кролик способен воспроизводить любимые аудиосказки или музыку, которая нравится именно вашему малышу. Но это еще не все сюрпризы, которые бренд Alila подготовил для детей. Ушки кролика сделаны из мягкого силикона и светятся. Ваш малыш боится засыпать в темноте. Милый кролик развеет все страхи. Кроме того, некоторые зайчики способны воспроизводить голос. Как видите, данная игрушка настолько многофункциональна, что не заставит никого скучать. С купоном, который лежит в описании, вы получите скидку в $7. Еще одна обучающая интерактивная игрушка для детей – Alila R1. Зайка сделан из приятного материала, низ из пластика, головка с ушками прорезинена. На самом зайке есть небольшой выпуклый рисунок, что хорошо для моторики и рук. Также в комплекте есть 9 цветных карточек для распознания цветов. Конечно, зайка знает не все цвета, но какие указаны в карточке, скажет на русском и на английском языке. И в этот момент загораются ушки тем же цветом, каким была карточка. С купоном, который лежит в описании, вы также сможете немного сэкономить. И еще одна зайка Alila G6. Почему именно зайка? Этот длинноухий персонаж узнаваем и любим детворой. Он одним из первых встречает малышей на страничках детских книг. Обладает привлекательной внешностью и неповторимым обаянием. Теперь зайку можно обнять, спеть вместе с ним или разучить стишок. С купоном, который лежит в описании, вы сэкономите почти $4. Статуэтка дракона. В учении фэншуй дракон считается универсальным талисманом, который дарует силу своему хозяину, увеличивает его благосостояние, защищает от воздействия темных сил и улучшает его взаимоотношения с окружающими. Такая статуэтка притянет в ваш дом положительные перемены в личной жизни, финансовой сфере и духовной. Поскольку дракон также символизирует мудрость, то он сможет сделать человека спокойнее, рассудительнее и гармоничнее. Купон также лежит в описании. Для тех, кто еще не экономит на покупках, советую зарегистрироваться в кэшбэк-сервисе EPN. С помощью простых действий можно сэкономить приличную сумму денег на покупках. Его процент в некоторых случаях достигает 90%, а это весьма приятно. Вывод средств удобным для вас способом. Ссылка на сервис EPN, а также на видео с инструкцией в описании под видео. На этом все. Если вам понравилось, то ставьте палец вверх и пишите в комментарии, какой товар вам понравился больше всего. Также подписывайтесь на канал, тут вы увидите много разных подборок с товарами из Китая. Пока.